У нас 35 километров контактной сети, вообще ее не существует, и мы сейчас размещаем заказы для того, чтобы изготавливалась контактная сеть, рельсы, подстанции. Конечно, очень трудно, и мы бы запустили уже очень много трамвайных маршрутов, но у нас 50% трамваев сегодня наш враг разбомбил. И это целый процесс, и поэтому мы строим сегодня совершенно новую логистику транспорта. Поэтому мы будем прибавлять каждый день количество. Запустится метрополитен. Исходя из метрополитена, поменяется тоже логистика наземного транспорта. Мы должны убрать все дублирующие маршруты. Поэтому это процессы. Крайне важно, чтобы сегодня в городе Харькове был транспорт.